Она должна была стать примером, в итоге сама скатывается к уровню остальных подземок города. Речь о пешеходном переходе, соединяющем поселки Сидоровка и ГЭС. Еще месяц назад, напоминавший больше музей или выставку и вызывавший неподдельное восхищение у прохожих, сейчас он ветшает на глазах. Сегодня на месте побывала наша съемочная группа. Всего полтора месяца назад здесь был совершенно иной вид. Красочные яркие стены, цветное напольное покрытие. Сейчас некоторые участки покрыты цементом. Торчат обломки плит, которые ставили, чтобы люди не наступали на жидкий бетон. Бетон высох, обломки так и остались. Зачем так похабно делают? Думаю, молодежь что ли так делал? Прямо так нехорошо ведь. Или молодежь делал? Или так строили? Ну не должно быть, чтобы люди испортили. Не должно быть. Просто, наверное... От воды, которая попадает сюда, и этот покрытие это испортилось. Я думаю, так. Ну, конечно, может быть, качество еще получше. Но, может, тут сырость влияет. А вообще-то, я слышала, что пол рано начали ходить, из-за этого он начал рушиться. Прозрачные навесы также не прошли испытаний на прочность. Крыша, которая должна защищать от осадков, на деле же не спасает. С нее постоянно капает вода. И страдают от этого не только пешеходы. На стенах облупилась и вздулась краска. С потолка осыпается штукатурка. Конечно, неприятно уж на тебя, когда капает. Тем более это белило, это что-то. Вот. И, конечно, неприятно. Сенсорный экран, предназначенный для обращения в экстренные службы по видеосвязи, исчез. О нем напоминают лишь торчащие провода. Для местных жителей его исчезновение также стало неожиданностью. Я уезжала, у меня правнук родился, я уезжала в гости. Приехала, уже его нету. Кто-то снял, или которые здесь работают, или кто-то с хулиганом. Нет, не видала. Неужели украли? Ремонт делали, как говорится, на века, но продержался он чуть больше месяца. Проблемы начались еще до прихода зимы. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что обильные снегопады и весенняя оттепель станут серьезным испытанием для навесов. Уже сегодня, спустя несколько недель после сдачи объекта, подземки вновь требуются реконструкции. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.